Приветствую. Провели апгрейд наших скрипок по мотивам Z. Стали использовать деревянные колки вместо механики, плюс машинки. Уменьшился вес инструмента. Скрипочки делаются из клена, полость в корпусе патентованная, накладка из черного дерева. Возможно, 4, 5 или 6-струнный вариант. Также стали устанавливать активные мастеровые пьезосистемы. Крона 9 вольт, питания хватает где-то на полгода. Звук стал более интересным. По покрытию перешли на итальянский акрил фирмы Рейнер. Действительно прекрасный белый цвет. Сейчас послушаем звук.